Друзья, всем огромный привет, вы на канале Делай Сам. Сегодня хочу показать вот такую вот сковородочку. Ей, наверное, больше, чем мне лет. Ну, может быть, ровесница, а может быть и больше. Готовлю я на ней на костре, и она вот такая вся в налете, в таком жирном, который трудно отмывается, и не отмыть его. Попробуем сегодня быстренько и без всяких усилий очистить ее. Так что вам всем приятного просмотра, поехали! Первым делом возьмем какой-нибудь пакетик. Сковорода отличная, это вот что раньше делали, так делали. Ничего не пригорает, ничего не прилипает на ней. Ну, конечно, отмывать ее не самое лучшее удовольствие. Я думаю, все с мной согласятся с этим. Будем пробовать отмывать при помощи удалителя краски. Ну и желательно одеть перчатки, чтобы не испачкаться. Я уже слышу какое-то потрескивание. Прям идет реакция. Все краешки вот так хорошо все. Ручку вот специально не буду мазать. Посмотрим разницу. Переворачиваем сковороду. Наливаем также сверху. Видите, какие тут прям... Вон их не оторвешь, прям жировые. Ну и все, вот так вот хорошенько промазали. Жирненьким слоем. И все это дело закроем пакетиком и оставим на часик. Пускай это хорошо впитается. Так, друзья, у нас прошло 40 минут. Посмотрим, что у нас тут в итоге. Ну, я хочу сказать так, отходит прям, грязь остается. Но. В некоторых местах отошло. Довольно-таки неплохо, да? Но смотрим, ой, ё-моё. Смотрим, что у нас здесь внутри. Ну, вы знаете, нога-то отходит, но идеальным она не стала. Этот результат не очень удушевляет. Я думал, что будет гораздо проще. Так что, если вы увидите в интернете, что можно смывкой для краски отмыть сковороду, это будет обман. Ну, мы сейчас уберем остатки всего этого и попробуем другое средство, самое дешевое и доступное по цене. Ну, нагар, конечно, действительно тут мощнейший. Посмотрите. Во, сколько. В общем, вот столько удалось грязи снять. Конечно, сковорода немножко стала получше. Но на ней еще виднеются большие наросты пригоревшего жира. То есть, вот так оно сейчас выглядит. Друзья, ну, в общем-то, в принципе, я, может быть, погорячился. Результат довольно-таки неплохой. Смотрите, как нагар такой был крупный, прям он сошел. Пока высыхало, я сгонял в аптеку, купил аммиак, нашатырный спирт. Стоит он 22 рубля. Сейчас замочим нашу сковороду в этом растворчике. Конечно, запах будет катастрофический. Все, наверное, знаете, как аммиак пахнет. Нашатырный спирт. Ох, запаханчик. Вот, короче, я его открыл. Достал также. Ох, какой запах хороший. Пакет. Он у нас плотный. Чтобы воздух не выходил. Сейчас прям зальем туда. Все это наше богатство. И оставим это пускай пару часиков. Все это дело плотно сейчас завяжу. Ох. Фу. Прям хорошенечко все это зальем, чтобы это хорошо промокло. И оставим это настаиваться. Друзья, короче, не знаю, что случилось. Я сижу, думаю, запах такой едкий, прям не уходит. Поднимаю, у меня почему-то льется. Не знаю. Сейчас возьму поплотнее, может, мешочек. В еще один мешок засуну. Потому что дышать невозможно. От нашатырного спирта. Так, друзья, что вскрываем все это дело? Простоял, наверное, часа 4, может, чуть даже больше, я точно не засекал. Оставил, в общем, смотрим запах. Ой, запах, конечно. Смотрите, а как хорошо снимается-то. Вытаскиваем сковороду. Сковороду, как кому больше нравится. Выльем сейчас остатки внутрь там все. О, вода коричневая.
Этот пакет закрываем и выкидываем куда только можно. Просто запах резкий. Так, ну и смотрим, что у нас получается. Постояло. Теперь как? Ну, теперь смотрите, как хорошо отходит. Она, конечно, хотя бы переотваривается очень хорошо. Но результат какой? Я хочу сказать, что не нужно доводить посуду до такого состояния, чтобы не мучиться. Вон, при помощи щеточки немножко, без моющих средств, без ничего, насухо. То есть очень хорошо убирается. Результат очевиден, что, конечно, хорошо. Сейчас мы немножечко потрем, немножечко зальем водичкой. Да, конечно, результат совершенно другой. Здесь даже цена появилась. Цена 30, не пойму, 80 копеек. Класс. И, как видите, все хорошо слезает. Да, конечно, результат очевиден. Не идеальный, но тем не менее, по сравнению с то, что было, и то, что какая сковорода сейчас, это две разные вещи. То есть, видите, разница, конечно, колоссальная. То, что было, и то, что есть сейчас, огонь. Не сказать, что самое лучшее средство, но эффективное. Сами видели, была какая сковорода. Друзья, у нас получился вот такой с вами ролик. Сказать, что прям средство супер-пупер, я, конечно, не смогу. А все равно приходится приложить руками поработать. Вот, если было бы так, что нанес, и потом просто с водой смыл, и новая сковорода, то было бы класс. А так, конечно, немножко нужно поработать. Но хочу сказать вам огромное спасибо. Вы меня сподвигли к тому, что я отмыл, наконец-таки, свою сковороду. И теперь можно дальше на ней готовить, но не доводить до такого состояния. Чего и вам желаю. Не доводите до такого состояния своей сковороды. Еще раз вам огромное спасибо за то, что смотрите меня, за то, что поддерживаете. Всем вам крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Да, не забудьте написать комментарий, поставить лайк. Если не подписаны на канал, подписаться. Пока-пока.